Ой, идем сейчас тут и прям такая гора красивая прям. Вау, ну блин, плохо видно так на телефоне. Все, культурные китайцы прошли. Дубль 2. Так, что мы бежим? Мы бежим по каким-то подворотням. Ну, на самом деле, это короткий путь попасть из одного дома в другой. Ну, миленько, это трейл на самом деле. Поля ежевики. Ежевики, да, пойдем. Куда? Ну, кстати, я не знаю, правильно иду, но вроде сюда. Это трейл, но тут люди с собачками гуляют. Фу, мы пыхаемся. И вот такой вид у нас обалденный. Деревья сейчас закрыты, там такая красивая гора. Сейчас пойдем обратно, посмотрим еще. В общем, нам сюда наверх. Здоровым будешь, как бык тут, с этими горами. Это такой проход между домами. Сюда можно пройти и попасть на тупиковую улочку. Ну, как вот деревья поднялись. Вот и людей тут так вот. Приватная зона. Вот так и живут. Постоять? А что, все? Да. Нам надо бежать. Ой, ручной какой. Прям как стамбульский. Как тебя зовут? Лаки? Тебя Лаки зовут, да? Ай. Кися, скажи привет. Ля, ест это самое. Вкусно? Ам-ам-ам-ам. Скажи Вове привет. Не боится, ручной котик. Что-то вырвалось у меня тут. Короче, идем, наблюдаем красоты тут. Ну, конечно, тут очень районы красивые. Вот особенно в этой части. Не знаю. Уже неделю, наверное, живем. И прям. Ну, тут, конечно, действительно красиво, наверное. Потому что мы вот там, где были внизу, там видно дома попроще. Вот. Там уже лес начинается, кстати, лень. Угу. Хотя тут везде лес, на самом деле. Вот, ну а экзит, видишь? Съедем. Ну, вот автобус всегда. Пустой. И вот вроде пусто-пусто, а вот тут человек, там человек. Тут машина, там машина, короче. Но все равно движуха есть. Смотри, какие клёны красивые, да? Вот. О, электричка едет. Слышно по звуку даже. Камри. Ну, похоже, электрическая. Опять на трейл этот. Ну, кстати, я говорю, по трейлу много людей ходит. Мы только что опять прошли люди. Птички какие-то живут. Почему быстрее-быстрее? Нет, не отвлекайся. Вот, и вон гора там. Плохо видно. Вон там гора. Вот сейчас перед нами это футбольное поле, а за ним вот школа, начальная школа, элементари. В принципе, вот удобно, что вот если жить в этом районе, прям вышел сюда на трейл, спустился и... Ну, гора, конечно, там, бля, шикардос, вообще. Что ж, то надо название ее узнать. И она уже прям вся в снегу. Наверное, это, кататься уже на лыжах там. Тут тоже, в принципе, снег. Но сейчас он, вон там, видно, чуть-чуть на крыше снег. В тени. Вот так уже все растаяло. Играет. Вот. Какая-то разновидность тенниса.
тракт нет. Ну, снег лежит. А, вот там, по-моему, лед даже, да? Или нет? Не, не лед, вода. Вода. Но с утра, кстати, скользко, сказали, было. Школа, да? Детская. Ну, вот это детская школа, да, и вот люди играют. Вот это вот детская школа. Там под дорожкой, да, быстро. Второй день ходили, вот этот. Вот там хаус такие. Небольшой домик такой. Балкон. Земли нет, но балкон. Свой дом, ворота свои, гаражи у кого-то есть даже. Здесь чьи-то домики. И вниз дорога. Проходим, да, Summit Middle School, Community Center, Welcome Back. Вот школа там. Три этажа, в принципе, достаточно. Не маленькая. Не знаю, как тут сидеть и помещаются. Она тут одна, она огромный район. Ну там человек 600, наверное, где-то влазит. А здесь дроп-оу, здесь можно выкидывать, получается, да? Больше 3 минут не стоять. Ну это мы как в первый день шли, вот так вот. Мы здесь сейчас по той же дороге идем. И уже осознанно, уже понимаем, где тут и что нам надо смотреть. Если все звезды сойдутся, если здесь все будет. Ну, район, конечно, красивый, но горки эти убивают. Есть еще идея купить самокат. Я, кстати, узнавал, тут только самокат не так все легко и просто. Есть особенные права, и вот как видно, да? Именно да, у них типа можно ездить на самокате, но если для этого предназначена дорога, ну как дорога, по дороге вот здесь вот можно ехать, если нету велосипедной дорожки. Если с велосипедной дорожки, ехать по велосипедной дорожке. На вот этих ездить запрещено. Хотя вот я не знаю почему. Ну вот людей нет, никого нет, пожалуйста, едь, да? Но вот типа запрещено. Шлем обязательно. Возить никого нельзя. Так что с Вовиком уже все. Не поездишь. Ну да, это вот сейчас, вот если бы он пригодился, вот машины пока нету, Тесла бы. Вот магазин сгонять, это вот прям милое дело. Ну, говорю, только много не привезешь, так по чуть-чуть. Ну или вот мы сейчас идем в магазин, сколько это? Еще и Порш едет. Конечно, богатый, видишь? Китайцы, да, тут все китайцы. Ну такие успешные китайцы. И не только китайцы, азиаты, Фиджи вот тоже. Ну вот. Вот как бы вот этот вот магазинчик есть, то, что мы сейчас идем в EGA, то есть до него можно пешком. Опять-таки много в руках не принесешь, но что-то можно принести. Здесь квартиры, кстати, сдают, то что это. А, это вот здесь, да, квартира 2550, по-моему. И у них, по-моему, бассейн есть, да? Ну, скорее всего, бассейн здесь на зиму вырубается, я думаю. Ну, спортзал, да. Который никто не будет ходить. Соль посыпали уже, видишь. Вот поэтому вот соль, вот она ездит, чтобы не скатывалась. Ну тут скатиться, конечно, за нефиг делать. Вот. Раз и поехал туда. Вот наш банк, которым мы счета открывали. И вот там вот есть еще EGA магазин. Продукты там есть. А это как мини-плаза. Здесь вот можно. А, он еще Shoppers Drug. Он, кстати, там тоже могли переходники быть. Ну, а, там, кстати, может быть, посмотрите. Там все есть? Да. Шлепаем в горку. Фитнес. Воздух морозный, пар идет. Ну, в принципе, жарко. Идешь, так думаешь, даже не верится, что в Канаду приехали, да? Думаешь, как-то сейчас... Это все неправда. Как раз и проснешься. Да. Супер. За неделю столько всего навертелось, да? Банк открыли. По горам я все понялась. Так, горы. Горы-то ладно. Ты просто ходишь тут вон раз. Улицы, дома. Люди с собачками там гуляют.
Так, вот сейчас пришли. Еще в соседнюю, это самое. Ну, в ту же самую квартиру, короче, то, что смотрели. Уже детали обговаривать, сейчас посмотрим. Вот еще тут конечная остановка, то есть разворотный круг. А, нет, не разворотный, ну там дальше разворот уже. Сейчас пойдем смотреть. Ну, люди приезжают, что-то выезжают, машин много стоит. А он кто-то едет, наверное, к нам уже. Шо, все утрясли. Короче, посмотрели еще раз дом. А, ну у тебя работает? Ну да, в принципе, тепло. Окна посмотрели, двойной стеклопакет. Потом еще посмотрим. Ну, короче, не знаю, что там еще смотреть, вроде уже все и так просмотрели. Но это, конечно, ну, надо жить. Жить покажет все особенности, которые там есть. Ну, сказали, форму пришлют. Будут звонить нашим работодателям, если все хорошо, то они нам дадут сдать. Идем назад в гору. Так, съездили в магазин, купили вот такую квашеную капусту, называется Sour Cabbage Hills. Ну, вот порезали. В принципе, она неплохая. Ну, вот на вкус такая кислая. Без укуса, наверное. Не пастеризованная. Можно добавить, да, лук. Маслом залить, и, в принципе, будет достаточно хороший салатик. Распожаем. Сосиска с яйцами и перекусим. Да, сосиску попробую. Говяжьи какие-то, да? Не знаю, ну отличаются. Ну, в принципе, вкусненько. Ну, не такие вот, как у нас, но чувствуется, что мясо есть. Такие более мягкие, что ли, не знаю.